Это непростая рядовая конференция или презентация, которую мы проводим регулярно во всех странах мира. На данной площадке мы уже не в первый раз говорим о самых важных судьбоносных решениях, о ключевых моментах, произошедших в компании, и о том большом рубеже, который мы преодолели, и о том, что нас ждет дальше. Здесь определяется вектор движения, мы рассказываем об изменениях, либо, наоборот, выполнении наших планов. К нам приехали гости из десятков стран. Трансляция ведется на 15 языках. Гости посетили перед этой конференцией нашу стройку. Она тоже находится в технополисе Москва, но на площадке Алабушева, как вы знаете. И оттуда люди приехали сюда, чтобы получить итоговую информацию. Конференция, как всегда, была очень интересной. Цифры дают возможность понимать, какой прогресс у нас был за этот период, и придают уверенность партнерам, показывают реальность нашего проекта. Из-за того, что это очень амбициозный проект, всегда появляются сомнения среди партнеров, сможем ли мы закончить наше общее дело, и именно эти конференции помогают убрать такие сомнения, поэтому они так нужны. Для Латинской Америки большое преимущество в том, что представители нашего региона смогли добраться до России. Это, несомненно, придает уверенность для привлечения новых инвестиций. Эффект от конференции мгновенный. Мне уже пишут и звонят люди, которые хотят запрыгнуть в последний вагон поезда. Люди спрашивают, как можно принять участие в этом бизнесе и в чем он заключается. Лидеры и партнеры тоже взволнованы и довольны. Энтузиазм прямо распространяется на наших глазах, и надо воспользоваться этим моментом. Поэтому нас всех ждет большая работа по возвращению домой. Все инвесторы во Вьетнаме с нетерпением ждут подобных мероприятий. Это мероприятие придает инвесторам чувство защищенности. И тот факт, что компания Solar Group организовала его, помог и мелким, и крупным инвесторам Вьетнама чувствовать себя более уверенно. Если такие мероприятия будут проводиться чаще и в меньших масштабах, это будет способствовать тому, что люди во Вьетнаме будут чувствовать себя спокойными за свои инвестиции. Благодаря этому мероприятию я почувствовал, что... Знаете, я участвовал во многих мероприятиях, но именно это привлекает инвесторов из разных стран. Речь идет не о конкуренции, а о том, чтобы учиться друг у друга, чтобы инвестировать и развиваться вместе. Всем привет! Спасибо за эту конференцию. Она открывает не просто двери, она открывает перед нами огромные ворота, ведь финансирование проекта подходит к концу. Мы достигли наших целей, и уже скоро будет создана внутренняя биржа, которая позволит многим людям изменить свою жизнь. Пассивный доход, финансовая свобода ждет всех, кто участвует в этом проекте. Даже тех, кто сделал один шаг навстречу проекту. Жизнь многих людей изменится, и изменится она кардинально. Добрый день! Как вы, должно быть, знаете, я являюсь активным лидером в Индии, и моей главной целью приезда сюда было собрать все подробности о компании и поделиться ими с моими партнерами. Благодаря той информации, которую я получил, я на 110% уверен, что мы завершим индийский финансовый план и план проекта в целом к концу этого года. На мой взгляд, конференция прошла отлично. В этот раз у нас было большое количество самых разных гостей.
И этим наша международная конференция похожа на прошлый год, потому что в том году к нам тоже проезжали гости из Африки, Европы, Азии. И там, где мы широко представлены, из наших национальных представительств. В этом году нам удалось показать большое количество различных разработок, которые используют технологию «Славянка». Это большое количество самого разного транспорта. Это, конечно же, сами электродвигатели с технологией совмещенных обмоток. И я считаю, что люди получили исчерпывающую информацию как о проекте, так и смогли прикоснуться к самой технологии, что очень важно. Конференция, на мой взгляд, прошла успешно. Многие партнеры, в том числе и я, получили ответы на многие вопросы по акционированию, по перспективам компании, технологии. Было озвучено взаимодействие с китайским заводом, крупнейшим автопроизводителем автомобилей в Китае, что есть повышенный интерес к нашей компании и что это может очень хорошо сыграть на руку нам, как инвесторам, как совладельцам технологии. Конференция показывает уровень проекта. Она очень классная, крутая. Здесь много инноваций, много партнеров с разных стран. Конференция сама по себе международная и масштабная. Меня зовут Ишак Умарли. Я являюсь национальным представителем Solar Group в Нигерии. Прежде всего я хочу сказать, что у нас было много ожиданий в отношении международной конференции Solar Group 2023, проводившейся в Москве. Мы очень готовились к этому событию, очень ждали нашего приезда. И когда мы наконец приехали, то увидели что-то совершенно потрясающее. И в плане организации, и в плане исполнения. Организация была просто великолепна. Что касается конференции, то на ней нам рассказали обо всех новостях проекта и о том, что проект стабильно набирает обороты. Могу с уверенностью сказать, что Solar Group – это компания, с которой обязательно нужно выстраивать партнерские отношения. Так здорово видеть новые технологии, которые изменят мир к лучшему, которые помогут окружающей среде, которые выведут человечество на новый уровень. Solar Group делает что-то поистине замечательное, и обо всем этом сегодня снова шла речь. В заключение могу сказать, что то, что я увидел, вышло далеко за рамки моих изначальных ожиданий. Это было что-то невероятное. Единственное, что я могу пожелать, это чтобы все продолжали в том же духе, с тем же энтузиазмом и, кроме того, с инновационным мышлением. Потому что очевидно, что это правильный путь, и за эти годы мы уже в этом убедились. Ну, вы знаете, я видел, как всегда, горящие глаза людей в зале. И то, что вот я устал, и вот их обратная связь, их энергия, их аплодисменты. Блин, это всегда так здорово, это всегда так поддерживает. Поэтому я, конечно, благодарю всех, благодарю организаторов и благодарю слушателей, инвесторов, без которых, ну, вообще нет смысла в таких конференциях. Все здорово. Для меня это был поистине прекрасный опыт. Я впервые посещаю мероприятие, организованное компанией Solar Group. Здесь я почувствовал очень энергичную атмосферу. Я своими глазами увидел результаты работы большой компании. То, что я увидел и услышал, превзошло все мои ожидания. Все это произвело на меня очень положительные впечатления. Я испытал уникальные в своем роде ощущения и думаю, что в ближайшем будущем нас ожидает еще больше интересных новостей. Несомненно, нужно приезжать в Москву, потому что, на мой взгляд, именно здесь понимаешь, что проект на самом деле развивается. Здесь есть нечто живое, настоящее, нечто, что проникает внутрь нас, чем мы можем потом поделиться с другими и что помогает нам двигаться вперед. И ведь, ну, можем же мы с вами объединяться и идти вместе, работать и развиваться на благо всего человечества. Живем под одним небом, на одном земном шарике. Поэтому давайте будем это делать впредь дружно, с комфортом и так, чтобы все
получали удовольствие от своей жизни и были уверены в том, что их дети, внуки, будущие поколения будут также счастливо и мирно жить.